Россиянам рассказали, как они будут отдыхать в следующем году. Новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января. Майские – с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Нерабочие дни будут также с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. Накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом в Петрозаводске пройдет акция «Эхо бесланской печали». 2 сентября на Онежской набережной горожане почтут память погибших во время трагедии 2004 года в Северной Осетии. Петрозаводчане организовали волонтерское движение «Ресурсная мама особенного ребенка». Идея добровольцев заключается в том, чтобы помочь мамам детей с инвалидностью отдохнуть и восстановить силы. Спектакль театра «Кукол Карелии» о рыбаке и рыбке режиссера Яны Туминой покажут на сцене Бурятского театра драмы во время фестиваля «Золотая маска в Улан-Удэ». Постановка собрала множество наград, а в прошлом году стала лауреатом «Золотой маски».